Привет всем подписчикам, слушателям и просто случайным посетителям славного канала Политсигнал. Что-то я давно не делал никаких таких хороших роликов с собственным участием. Все про других, да про других. И вот ведь только собрался, и на тебе Новый год. Ну ладно, думаю, сделаю поздравлялки с Новым годом. И тут опять. Мало было нам ковида в 2020 году, так на тебе Майдан, революция, мятеж в Америке. Я не понял, у нас 20-й год закончится когда-нибудь или нет? Вроде как расплевались с ним, с 20-м годом, недавно. Или как, может быть, он решил кончиться на наш старый русский Новый год? Или уже китайцы тут взяли мазу? И уже все идет по их плану, по их летоисчислению? Ну посмотрим, посмотрим. А может быть, как-то любит повторять наш Владимир Владимирович, мы думали, что это черная полоса? Как же мы ошибались. Но тем не менее, хочу вас всех поздравить, моих дорогих подписчиков канала, с нашими самыми любимыми праздниками, с новым и старым Новым годом, католическим и православным Рождеством. И, конечно, китайским Новым годом впереди. Но это я так подмазался немножечко, чтобы китайская аудитория канала не обижалась, что осталось без поздравления. Пусть у вас у всех будет отличное здоровье, отменный иммунитет ко всем этим дурацким невзгодам, которые мешают нам просто жить, работать, жениться, заводить детей, путешествовать, смеяться, радоваться, быть добрыми и справедливыми. Счастья вам, люди! Пис! С уважением, ваш Сергей. Ваше здоровье!